А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Це програма «Дар усиновлення». У нас у гостях сьогодні Ігор Сідоров, служитель церкви, диякон, керівник музичної групи прославлення церкви «Сіла Воскресіння». Він займається проповіддю Євангелія у місцях позбавлення волі. А також Ігор є батьком 5 дітей. Ігор, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы приняли приглашение и пришли к нам в студию. Вы отец 5, вы служитель, и поэтому я знаю, что такое выкроить время и послужить вот здесь людям. Игорь, у вас 5 детей, уже 5, правильно? Так, да. Изначально было 3 кровных. Да. Так, а сразу они появились в вашей семье? Детки, которых мы взяли, вы имеете в виду вот эти 2? Я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что сразу у вас появилось 3 своих кровных, а потом... У нас был еще старший сын, он уже в вечности с Господом, вот, Артем, вот. Потом появились остальные детки: Аня, Антоша и Алевтина. И потом через некоторое время вы взяли еще 2. Да, пришло время, просто однажды мы... Жена подняла трубку телефона, ей позвонили. Это были соцслужбы, я не знаю, каким образом они вышли на нас. Они, у нее была родственница, там какая-то двоюродная сестра. Вот, и они сказали, что вот она умерла, и ну, ее муж выпивает, а детки, по сути дела, ну... нуждается в заботе, и все, еще когда она была, как-то они... А сейчас, в общем, катастрофически, они немножко больные, нам сложно их куда-то пристроить, пока мисс в садик или еще что-то, чтобы не лишать его прав родительских. Вы бы могли как-то их, может быть, хоть на время или еще что-то как-то взять. Вот, ну, по сути дела, когда мы узнали об этом, ну... Я понимаю, что это вся нагрузка ляжет, большая нагрузка на жену, потому что у меня часто дома не бывает, мне приходится куда-то ездить, еще что-то делать, вот, и в церкви, и так. И, конечно, ну, я сказал: слушай, я не знаю, как мы не молодые люди, вот, ей 51 вот будет в июле, мне 52, у нас, говорю, у самих маленькие дети, но мы можем их взять на какое-то время и что-то помочь этому человеку, который выпивает, будем проповедовать, молиться за него, чтобы Бог благословил его, и чтобы, ну, его жизнь изменилась, и, может быть, Бог восстановит эту семью. И, ну, так, в принципе, жена... понимала, что эта нагрузка будет для нее, и я так ее сразу и предупредил: ну, ты знаешь, я езжу, но я смогу чуть-чуть там как-то ограничивать, может быть, когда надо будет посидеть с детьми, еще что-то, как-то будем просить кого-то с церкви, с сестер каких-то помогать. Вот. Ну, вот так мы, в принципе, не думали особо их сначала взять, но по долгому времени, когда тебе что-то говорит Бог или предлагает, как часто люди, знаете, как Моисей и многие другие, они говорят, ну, это как... Здесь, знаете, есть масса фактов, которые тебе говорят, ну, за что их содержать, они маленькие, у тебя возраст уже, ты своим бы дал бы толк, и все. Реальная и все. Картина. Да, того, да. Что будет впереди. Да, и по сути дела, знаете, ну, как когда ты упираешься с Богом, и ты ему предоставляешь много фактов, и я помню даже тот день, когда я сказал: Бог, нету ни одного плюса, чтобы мы взяли этих детей. Абсолютно. И, ну, когда ты имеешь общение с Богом, ты обязательно услышишь его голос. И я услышал тот единственный плюс, который он сказал: что если вы берете одно дитя во имя мое, то вы меня принимаете.
И этот плюс, он стал намного важнее и тяжелее всех аргументов, которые я представлял Богу. Поэтому они у нас оказались. Игорь, я хочу, чтобы вы в нескольких предложениях рассказали именно о себе. Я слышала ваше свидетельство в программе «Кто поможет матери наркомана», что Бог вас спас, и Он явил большую любовь по отношению к вам. Вот те, кто не слышал вашу историю, буквально несколько предложений можете сказать? Ну, я 18 лет был зависимым от наркотиков и вообще вел такой образ жизни преступный. Пришел к тому, что стал, ну, просто куском гниющего мяса. У меня было заражение крови, я весил 40 килограмм веса, я умирал просто, мое тело гнило, воняло, вот как у Лазаря. Но великий Бог, жена молилась за меня 5 лет, и великий Бог пришел в мою жизнь и открылся мне, и освободил меня, и все изменил в моей жизни. Вот, и после этого просто, ну, не оставалось никакого шанса больше обратно жить в этом мире, чтобы как-то устраивать свою жизнь или еще что-то делать. Просто когда ты понимаешь, что за тебя заплачена цена крови Божьего Сына, и ты настолько дорог для Него, что Он столько времени миловал тебя и оставил для какой-то цели еще на этой земле, я просто понял, что мое призвание — это служить, это рассказать всем людям и по возможности показать, какой есть Бог. Я помню ваши слова в этой программе, когда вы сказали: когда я не нужен был никому, когда, извините, пожалуйста, это неэтично, когда я просто уже вонял и хотел просто умереть и исчезнуть с этой земли, не нужен никому, Богу я был нужен. Да. Бог для чего-то меня на этой земле поставил. Это, наверное, тоже есть вот... Почему вы не отказались от этих детей? Это очень трудно, и надо иметь какое-то мужество, наверное, и храбрость взять этих детей, потому что они выросли в той среде, которая для нас неприемлема. Их то покормили, то не покормили. Их на них там забили, извините за слово. Их не купали, их не научили элементарных вещей, что такое, допустим, там в туалет сходить и как пользоваться туалетной бумагой. То есть это дети, как вы как сказали, как Маугли, да? То есть это то, во что ничего не было вложено, и сейчас, когда вот им там 6 и 5, да, в их, в них надо теперь влаживать, на это нужно терпение, и, наверное, и долго терпение. Это... Сколько вы принимали решения? Долго? Ну, по сути, может быть, произошло там это через 2 недели после звонка. Мы уже поехали забирать их. Вот. И... конечно, вот то, что мы увидели, дети жили на притоне, и мальчику было 4 года, около 4, ей около 5, девочки. Он весил 9 килограмм, она, по-моему, 10 в этом возрасте. Вот, а в 3 года ребенок дистрофия. Весит 13 лет. Я купил арбуз, он весил 11 килограмм, он был тяжелее, чем они, я нес его в руках. Они были такие, ножки у них вообще, ну... Это, конечно, было жалкое зрелище. Вот. И, ну, постепенно, действительно, они ходили в туалет, где они хотели. Можно было, идя по дому, куда-то вступить и заметить, что кто-то сходил в туалет прямо там где-то в комнате. Вот. Боялись очень воды. Их сложно было помыть, покупать. Очень кричали. Вот. Но, по сути дела, мы могли то, что могли, мы делали. Мы думали, что все-таки мы молились за ихнего отца, а даже один раз он был в служении, и мы думали, что все-таки Бог силен сделать чудо, восстановить этого человека и изменить его жизнь, как он изменил жизни многих людей, и он обретет, может, семью, жену, и будут нормально эти дети у себя. Ну, так получилось, что через полгода этот человек умер, и ее муж, сестры моей жены, и дети остались сиротами. И мы поняли, что, ну, видимо, как-то так получилось, что Бог-то знал все. Мы живем в этом временном пространстве, нам что-то мы узнаем,
И когда он умер, мы поняли, что все, дети практически они остались у нас. Скажите, пожалуйста, вот вы получили откровение, вы сказали о этом большом плюсе, который перевесил все минусы, да? После того, как вы получили это откровение, и вы поняли, что принимая это дитя, вы принимаете Господа, все было легко делать? Или все-таки это было служение до смерти, можно сказать? Очень, все очень нелегко до сих пор, потому что, вы понимаете, ты сталкиваешься как человек с разными вещами. Ты имеешь свой характер как человек. И часто, когда ты, ну, приходят какие-то вещи, и ты там можешь что-то крикнуть, что-то там еще там поступить по своим, ну, плотским вот таким способностям или характеру нашему, который мы имеем. А потом, когда ты думаешь, вау, это ж, ну, ты, если ты их принял во имя Бога, то он, Иисус сказал, вы меня приняли. И думаешь, это ты так относишься к Богу. То есть, и часто, просто часто, это очень сильно, ну, огорчает и ранит тебя, и тебе тяжело, ты идешь к Богу, ты просишь Его, ты молишься и говоришь, Господи, ну дай мне силы, дай мне терпения какого-то, чтобы мне правильно научиться реагировать какие-то вещи, чтобы мне принимать их, потому что, ну, такие разные вещи. Вот жена мне звонит, говорит, пошла с ними гулять там где-то на площадку там, и там девочка одна ходила, у нее леденец какой-то был. В общем, это Настя подбежала, выхватила этот леденец себе в рот. А тот малой подбежал к ее маме, там мама стоит с руками такими, ну, не знаю, что делать. Он к маме подбежал, ей в карман лезет, тоже там себе что-то ищет, леденца какого-то. Она говорит, слушай, мне так стыдно. Вот, ну я их забрал, и там все, но уже учу. Ну, я так тоже первое время заходил, когда в магазин, им кажется, что все принадлежит им, они, видно, никогда в него не ходили. Они хватают все, что там везде лежит, и мне приходится их держать за руки, одного сюда, другого сюда к себе дергать. Но, знаете, на них Бог, люди на тебя смотрят и думают, что за папаша такой идет, что это у него за дети такие. И первое время какое-то смущение приходило. И ты думаешь как-то, ну да, ну Бог вот на таких вещах просто учит. Ты просто видишь, что ты такой еще хуже, наверное, был, чем они, и Бог тебя взял. И Бог тебя взял, и самое важное, он написано там в книге Евреям, интересные слова, что те, которые ждут Отечества, которые на небесах, вот, Бог не стыдится их называть своими. Почему? Потому что, вы знаете, люди могут сказать, ну, вот это папаша такой, да, дети, да, какие-то, да, у него такие, а я их просто взял. И я думаю, пусть, ну, мне не важно, что они думают обо мне. Вот Бог, ему не важно, что думает о его детях. Он захотел, он взял, он нас принял к себе. И это как-то, ну, я думаю, я такой вообще был негодный человек. А Бог захотел, люди до сих пор, которые, может, помнят меня, знают там, по старой жизни, они могут говорить, ну как таких земля там носит или еще. А Богу не стыдно за меня. Почему? Потому что, ну, он захотел, он позвал меня к себе, и он усыновил меня, и родил заново, он трудится надо мной, воспитывает меня. Поэтому вот даже через какие-то вещи ты можешь учиться через этих детей, ты можешь смотреть, ты можешь наблюдать. Они никому не были нужны, точно так же, как и я не был нужен никому. Но по милости Бога просто они попали в наш дом, в нашу семью. И Бог учит нас любить их, Бог учит нас воспитывать их, влаживать в них, чтобы с них что-то выросло. Хотя, знаете, это дети, ну, у них и душевно они немножко, и физически есть проблемы у них. Это не очень здоровые дети, но мы благодарим Бога за то, что Он милостивый, за то, что Он позволил нам служить им. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к нашим беседе.
легко писати щастя дитини, що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато. Для щастя дитини не треба багато. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я. Обійми тата, цілунок мами, те, що творить майбутнє держави. Ми українці, велика родина, давайте не втратимо цінність єдину. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні, буде легша дорога, бо сім'я в першу чергу – це є задум Бога. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я. В ефірі програма «Дар усиновлення». Ми повертаємося у нашу студію. У нас у гостях сьогодні Ігор Сідоров. В нього троє кровних дітей, і вони із дружиною Іриною взяли іще двох, тому що сестра його дружини Ірини померла, і відповідно ці діти лишились на призволяще соціальної служби. Позвонили Ігорю і Ірині, і ось запитали, чи можуть вони хоча б на деякий час залишити у себе дітей. Так сталося, що вони залишилися у них по сьогоднішній день. І люди, які задаються ось такою благою ціллю взяти дитину, подарувати дитині щастя, яку дитину хоче отримати батьки. Щоб це була дівчинка, наприклад, 1.5-3 роки, щоб така хорошенька була, кучерява, красивенька, і щоб батьки у неї були хороші, тому що, ну, може, навіть така ситуація, можливо, у цієї дитинки батьки загинули в автокатастрофі, і ця чудова дитинка зараз хоче знайти батьків. Хтось задається такою ціллю. А ось у цьому випадку, як і сьогодні, ми чуємо, це діти, які зовсім не пристосовані до життя, які не можуть робити тих речей, які для нас, ну, звичайні речі. Ігор, скажіть, будь ласка, ви знаєте, у нас з попередньої програми був Євген Шміль. Угу. Да? І він розказував про те, як у них в сім'ї все це відбувалося, що дружина в лікарні навіть, да, і там зараз, да. Да, і операцію там роблять. Угу. Настільки це сильний стрес. І от у мене до вас питання. Чи потрібно бути до цього готовими? Чи потрібно проходити якісь школи?
Чи от достатньо, досить буде оцієї, знаєте, як на емоціях, да, зараз беремо. Чи все-таки краще бути по-бойовому готовим? Ну да, нам нужно первое, что, ну, это жертва. Ну, если человек это делает просто, у меня нету детей, а хочется, а у других так есть дети, так хочется детей, ох, как не хочется. И человек, то есть его мотив должен быть правильным. Прежде всего, это служение. Это служение. Если ты взял детей, ну, цель не просто их накормить или одеть, или там дать им какие-то образования, еще что-то. Цель, чтобы эти дети, они стали верующими людьми, которые на этой земле будут жить, веря в Божию милость и благодать, чтобы они не просто здесь прожили жизнь и все-таки однажды предстали перед Богом на суд, чтобы идти в преисподнюю. Поэтому суть им дать ценности христианские, вложить в них веру, как это сделали с Тимофеем, то есть чтобы эти дети, они на земле познали Бога. Поэтому прежде всего нужно понимать, что это служение, служение. И это не легкое служение. И не за один день ты увидишь плоды того, что да. ты делаешь, да? И они могут вырасти, и они могут просто-напросто ну, начать делать какие-то вещи. Ты должен быть готов ко всему. Вот. И если ты это делаешь ради Бога, то ты знаешь, как бы там что бы ни было, ты это делал ради Бога, ради Христа. Во имя Господа. Во имя Господа, да. И что ты мог сделать, ты сделал. Что касается того, что ты не можешь сделать, может сделать Бог. Потому что Он всемогущий, Он знает нас, Он видит наши сердца, Он знает наши желания. Поэтому, когда мы понимаем, что это служение и это жертва, жертва, ну, даже не столько материальная, сколько это жертва самих нас. И это нужно представить наши тела, да, апостол пишет, в жертву живую, святую и угодную для разумного служения. Когда ты понимаешь, что это жертва ради Бога, и ты это делаешь ради Бога, и ты, и Бог тебе доверил это, ты должен качественно исполнять это служение. И невзирая на те трудности, конечно, лучше поучиться где-то с людьми, которые этим занимаются. Есть, я думаю, какие-то семинары, чтобы это не было, допустим, как в нашей жизни. Ну, у нас случилось это как, знаете, как снег на голову. Ну, потому что у вас была такая да. ситуация. Сейчас ручно надо помочь. Да, да. Надо было брать этих детей их и все, и все. Но люди, которые, я думаю, хотят, они должны подойти серьезно к этому. То есть, если бы у вас, например, стоял выбор, то вы бы прошли какие-то учения, да, или какую-то подготовку? Ну, конечно. Вас психологически хотя бы подготовили? Да, если человек имеет в своем сердце такое желание заняться этим служением, взять детей, воспитывать их и так дальше, вот, он должен знать, чем он, по крайней мере, столкнется. Да, да, да. Да, какие проблемы его ждут впереди. Потому что есть люди, которые уже этим давно занимаются и имеют опыт. Они в практике получили какие-то навыки, они могут передать, они могут хотя бы принести знания, потому что все равно познание, оно приходит, опять же, в практике. Когда дети у тебя, ну, можно слышать о том, что тебя ждет там впереди, как бы все-все, и ты да. слушаешь, но когда ты с этим сталкиваешься, это абсолютно разные вещи. Поэтому, но ты уже подготовленный, ты уже знал. Ты, может, не до конца, не намного понимал, насколько это будет там сложно, тяжело или еще что-то. Но ты к этому был готов. По крайней мере, ты этого ожидал, и ты к этому приготовился. Это не есть для тебя что-то, ну, такое странное. Или... Вот, поэтому очень, конечно, люди должны взвесить, люди должны понимать, что они делают, и люди должны... Но знать, что это прежде всего, это служение для Бога. Вы знаете, вот в отделах опекунства, когда приходят молодые пары, немолодые, с горящими глазами, и с любовью в сердцем, с желанием помочь детям, сделать их счастливыми, вытянуть их оттуда, и вот этот человек рассказывает, вы знаете, этот маленький ребеночек, вот он сейчас ходит, такой ангелочек красивенький, он будет вас выводить, он может быть неблагодарным, он будет вас выводить, чтобы вы его побили, потому что он в такой атмосфере жил, а он будет делать назло.
И у людей вот эти глаза горящие потихонечку начинают так тухнуть. То есть люди, только уже услышав то, что может предстоять, уже как бы у них другое мнение. Вот скажите, пожалуйста, еще по поводу ваших кровных детей. Как они вообще нашли общий язык? Потому что и вообще, подходили ли вы к своим детям кровным и говорили: ребята, вот такая ситуация, вот есть беда случилась в одной семье, и мы хотим помочь. Были такие разговоры? Надо ли говорить с родными, с кровными детьми? Ну, если это дети старшего возраста, в любом случае об этом очень надо говорить, потому что даже но они должны давать согласие, если им уже там больше 16 или 17 там, лет. Угу. В любом случае, соцслужба, они даже, когда ты заполняешь какие-то анкеты, они все равно там должны подпись. Вот, да. Вот. Но, в принципе, наши детки, они так же, как, может, и мы, не совсем понимали, что будет, когда эти дети появятся. Но... Ну, время это, в принципе, хорошее, потому что мы тоже учим наших детей любить, и они мирятся, но несмотря ни на что, то есть они просят друг друга прощения, когда обижают кто-то кого-то, они понимают, что у нас есть общая молитва, мы всегда молимся. Всей семьей, да? Да, или вечером, или утром, и вечером, как бывает, получается, потому что вот не всегда получается их собрать. Уже кто-то может заснуть где-то на диване, уже жена еще моет, а тут уже кто-то отключился, ждал, вот хотели помолиться, и уже кто-то заснул. Но мы стараемся молиться вместе, и не все молятся. Но и эти приемные детки, и наши детки. И мы просим, чтобы мы были дружная семья, чтобы мы любили то, что Бог нам дал, поэтому мы стараемся, просто чтобы детей учить, что это просто не просто там люди какие-то, попали там какие-то родственники, какие-то, а это Бог дал нам нашу семью детей, и мы вместе должны идти. Игорь, у нас времени уже мало заканчивается. Я хочу спросить, сколько лет уже с вами Настя и Дима? Вот будет 2 года в осенью. Угу. Скажите, пожалуйста, вот эти 2 года – это процесс сеяния в них, вклад в них, вы делали вклад в них. На сегодняшний день какие-то плоды и какие-то результаты видны? Ну, конечно, видны. Это уже совсем другие дети. То есть они с удовольствием купаются в ванной, не кричат уже, как раньше. Их нельзя было засунуть в ванну. Жена просто-напросто... Я ей очень сострадаю, потому что... Конечно, большой удар это для нее, потом и вся нагрузка основная ложится. Вот. Но сегодня они с удовольствием бегут в ванную, запрыгают туда. Сегодня они знают, где туалет, как к нему ходить. Они послушные, они нормальные. Они более-менее, можно сказать, нету даже тех проблем, психические у них такие отклонения и все. Они сейчас адекватные детки, то есть они нормально послушные, они понимают все, они кушать научились не руками, а приборами, то есть они молятся перед едой, то есть плоды уже видно, то это абсолютно другие дети. И я думаю, если бы они не попали в семью, я не знаю, как в детдомах можно таких детей чему научить. Я думаю, их бы просто там били очень сильно все время, потому что это тяжело. Если нам, верующим людям, тяжело, да. Я просто не представляю, как люди, которые просто там в этих интернатах работают и все, как им это живут в этом. И скажите, пожалуйста, это последний вопрос будет. Вот если взять вас и вот и с Ириной, и вы вот так со стороны на это все посмотрите, на все то, что вы вкладывали, это вам радость приносит? Радость приносит то, что мы все-таки в Божьем процессе все. Все в Божьем. И наши дети, и даже через этих детей Бог нас меняет и над нами трудится. Вот радость есть то, что ты просто понимаешь, что ты кому-то нужен на этой земле. Что ты можешь приносить хоть какую-то пользу. И для людей, и для Бога. Что ты не просто человек, который,
живешь для чего-то или для самого себя, или непонятно для чего на этой земле, что после тебя будет какой-то след. Как бы там ни было, может быть, кто-то, увидев, я думаю, наши соседи, они знают мою прошлую жизнь, они сегодня смотрят на нашу семью. Многие люди, они не могут понять, в чем суть. Но кто-то понимает, что это только Бог мог что-то поменять и восстановить как нашу семью, так еще и, в принципе, быть полезным для кого-то в этом мире. А вы думали о том, какая радость у этих деток, что они чувствуют, что они теперь кому-то надо, что о них кто-то хочет заботиться, не для того, чтобы потом использовать их, а вот просто они хотят позаботиться. Слава Богу. Слава Господу, да. Игорь, я вам очень благодарна. Во-первых, за то, что вы время нашли, и за то, что вы делаете такое служение ценою в жизнь. Передавайте Ире ваш привет, большой, светлый от тёзки Ирины и всем вашим детям тоже привет. Большое. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.